Друзья, сегодня хотел бы вам рассказать про мой еще один интересный город. Потратил на него суммарно около одного дня. Вот такой вот я задрот. Тут у нас случился опять преждевременный пожар. Отключу-ка я немножко музыку. Видео вам зашло, как я понял. Давайте я вам покажу теперь на этот раз вот этот городок. Суммарно, как я уже сказал, один день. Он разросся до каких-то вообще неимоверных размеров. Видео мне было в кайф. Тут ты начинаешь, как-то само это идет. Давайте я все, значит, расскажу вам по порядку. Название тут еще не давал раньше. А, хотя нет, давал название. Давно в нем не играл, но в принципе тут уже нечего застраивать, так что сейчас буду все показывать. Население тут суммарно 442 тысячи, как вы уже заметили. Я его хотел сделать приближенно похоже на реальный. То есть не все идеально, не все хорошо, не все хорошо живут, грубо говоря. Есть и бедные районы, есть и богатые. И как-то вот получается вот так. Сейчас посмотрю, покажу по статистике. Тут получается, что бедных жителей около сотки. 166 у нас обычных жителей и почти столько же как раз-таки богатых. Как-то вот получается, что плюс-минус как бы разровнено. Так вот, первый мой район. Просто такой вот городочек, он обычно так и начинает застраиваться маленькими домиками. Потом начал как бы разрастаться потихонечку. Вот здесь идет вот старенький район. Дальше вот первая индустрия, первая индустриальная мощь. Дальше я подумал, что хорошо было бы сделать небольшой парк. Стоит контрхаус, как раз таки модовое здание, очень красиво. Я пытался как-то сделать, как вы видите, тут неимоверно много памятников. Я пытался сделать что-то похожее на парк. Дальше город, как вы понимаете, это малая лишь часть, ребят. Это просто, ну, это так, капля в море, если что. Дальше как раз есть big neighborhood, как бы большой район, и small neighborhood, ну не такой уж и small, как вы видите, но я хотел сделать вообще большую копию, точнее более элитный район. У меня в принципе получилось такие вот здания, помимо коммерции здесь еще и достаточно богатые жители. Вот здесь, например, рядом с фермой и остальной индустрией, я хотел тут застраивать опять же нефтеотрасль, также какое-то количество ферм, как вы видите. Значит, хотел делать small neighborhood как раз-таки маленьким. Ну, как видите, не очень получилось. Дальше двигался в эту сторону, решил зафигачить военную базу. Теперь у меня по городу гоняют танки с бронеавтомобилями. Мне почему-то заходит. Почему-то эта тема. Также, какой город без порта? Порт это очень важно. Блин, тут так много всего, ребята. Также мой первый аэропорт. Какой-то рекламный баннер, тоже модовый. Какая-то тут реклама. Было прикольно, если бы Велотаун рекламировался. Также железная дорога, как без этого. То есть ведет в еще одну такую конкретную индустрию, как вы видите. И вот моя вторая АЭС. Тут, по-моему, суммарно 4 АЭС, чтобы всю эту мощь. Сейчас покажу. Где у нас электричество? Сейчас вспомню. Давно не заходил. Вот, как раз-таки всю эту мощь нужно как-то обеспечить. Сейчас перейдем уже дальше. Решил зафигачить небольшой пляжик, такой райончик, плюс-минус туристический, но тут вообще, по идее, гора должна быть, она как-то должна ограждать эту индустрию. В принципе, если тут был бы взгляд снизу, например, за человечком, мы бы увидели, что здесь, в принципе, рельеф неровный, и то, что там происходит, не совсем видно. Люди вот купаются, понимаете, вот здесь прям совсем курортно, я решил зафигачить, тоже модовые здания, здесь какой-то такой вот конкрет такой отельчик, коммерция третьего уровня, и такие вот небольшие, мне вот этот райончик очень нравится. Так что дирижабль застыл, полетел уже. Тут какой-то протест, ой, 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 нет, это не здесь, я почему думал, я перелетел в самый большой краски город. Все-таки я думаю, это куски городов. Мне как-то считать, что это как раз-таки районы, не очень хочется. Все-таки думаю, что это такие вот небольшие города. Как раз вот такая конкретная индустрия. Как вы видите, вот опять же поодаль немножко находится товарищ АЭС номер 2. Дальше я хотел сделать что-то такое. Такое, знаете, пятно просто, ё-моё. Сейчас загрязнение. Ну это да, это так-то. Индустриальная мощь, кстати. Давайте посмотрим на 400к населения. Сколько же мне приносит товарищи резиденты и индустрия? Суммарная индустрия мне приносит 25 плюс 11, это 30.
Как раз таки 36 тысяч плюс еще 32. Вау, это за 60 переваливает уже. Вот такая вот у меня сильнейшая индустрия, как вы видите. Думал тут построить такой небольшой райончик и понял, что без индустрии тут никак. Ну, это прям вообще, это, знаете, как вот в орехе его ядрышко как раз это стволовое. Так, ой, что я сказал, не понял. Так, да прибудет с тобой сила. Спасибо, сохранение города. Так, вот, такой вот городок, я его не хотел делать сильно-сильно большим, и почему-то не дал ему название, ну ладно. В принципе, такой городок без названия, в принципе, тут не самые богатые жители, самый сок этого места находится немножко в другом месте. Также, еще вот так, кстати, искусственный остров я так и не достроил. Не стал заходить. Здесь еще вот такая вот тема. Прям вот, ну, реально, это прикольно выглядит. Полностью все застроено. Чисто город как будто тянется все дальше и дальше. Опять же, вот такая вот еще часть. Ну, сами видите, 442 тысячи населения. Это как бы на-на-на. Вот, тут я хотел сделать как раз-таки плюс-минус элитный район. Как вы видите, тут все ограждено товарищами, джунглями. Плюс тут есть этот пост, как раз-таки. Могу закрыть, если еще, чтобы вор не пробрался. Сами понимаете. И здесь тоже. Скорее всего, бедный, средний класс. Все это вот примерно в области, которую я вам показывал в самом начале, это как раз таки мой первый городок. Ну, плюс тут немножко есть сосредоточение богатых жителей. Могу даже показать. Так, чок-чок-чок-чок, плотность, то где-то было. А, вот, высокий уровень. А, тут много, кстати, высокого уровня. Смотри, сколько здесь высокого уровня. Здесь отельчики. И просто тут нихера. Ну, реально, я попытался ничего не строить. Вот нифига, вот все, я не знаю, просто все товарищи бедняки живут здесь, в общем, понимаете, вот такой вот котел для бедняков. Также это не все, оно тянется просто, например, Панамский перешейк, кстати, так если посмотреть. Тут же, опять же, модовый такой вот катерок, крейсер, авианосец. А, кстати, вот такая дорога мне тоже нравится, такая шоссейная. Это везде, конечно, стоят КПП, чтобы люди налоги платили. И, в принципе, тут у меня такое ощущение, что тут карта вообще переселена, потому что 400 жителей, это, конечно, да, это конкретно. Я думаю, если вам понравится это видео, я могу тут вот попытаться, не знаю, можно ли до миллиона добиться, я вот никогда не пробовал, мне почему-то кажется, что можно. Если уж до 500, по-моему, я доходил, да. Не помню, не знаю в этом, не в этом. Ладно, давайте дальше. Перейдем. Вот здесь уже Биглай начинается. Вот здесь уже что-то такое, ну вот, не сказать, что богатое, но состоятельное. И посмотрите. Это, опа-па-па-па. Да. Вот недавно как раз построил эту область. Город, ну, огроменный. Посмотрите. Ну, вот, приглядитесь, короче, в правый нижний угол, как это все застроено. Ну, это реально. Это что-то такое невообразимое, я считаю. Так вот. Как раз таки. И тут есть. О, кстати, АЭС, моя самая первая. Самая первая. Вы видели уже вторую. По-моему, даже третью видели. Так, как раз таки здесь такие концерны. Вот, например, BMW, товарищ. Товарищ, BMW. Значит, какие-то офисные здания я пытался здесь сделать. Вот, опять же, деловой райончик. Райончики. И дальше я пошел в разнос. Просто. Вы видите, это мощь. Это просто что-то такое. Ну, реально. Я вот пытаюсь еще больше, короче, отблизить. Не получается. Вот Мехико Таун. One World. Просто эпические названия. И это не все. Еще дальше. Вот. Впредь до вот этого полуострова. Ну, это еще же и второй аэропорт, второй терминал, раз в этом городе. Во втором городе еще один терминал. Пипец, ребят, ну это что-то такое невообразимое. Вот если вся сворь живет вот здесь, то, блин, я не могу представить, какая элита вот здесь проживает. Это, конечно, идеальные условия для как раз резидентов третьего уровня и для бизнеса, в принципе, индустрии. А тут строил по минимуму, хотя нет, вот здесь еще такой вот уголок индустрии. Также здесь сделал как раз на примере Токио. В Токио очень много как раз наземных поездов по всему Токио и дальше. Я попытался сделать тут одну ветку. Ну, получилось так, если честно, но я думаю, будет прикольно.
Ну просто, я не знаю, как это назвать. One word, такие вот небоскребики. Вот так вот. Также хотел показать парк Флоу. Опять же, что-то вспомнил. Нью-Йорк, это как раз их главный парк, как раз как он там называется, центральный, по-моему, да. Самый лакомый кусочек в центре Нью-Йорка, который не отдает градостроители, потому что, ну, это права человека, все такое. Так вот, ну, такой вот небольшой парк. Он, кстати, не искусственный, естественно, если что. Я вообще думал вот здесь соединить. И, кстати, вот аж до сюда он продолжается. Речку, конечно, я сам нарисовал. А, и, по-моему, вот эти, да, я не помню, озера сам, не сам. Но, в общем, вот это вот его форма, я бы такого не сделал, честно. Она как бы вот, и вот такая у нас красивая природа. Хотел бы делать тут тоже, как раз к соединению, но подумал, да ладно, пусть не выходит. В принципе, и так прикольно. Так вот, еще, как раз, кто обеспечит нас пищевой промышленностью? Это вот этот городок, блин, жалко название, это надо было название раньше давать. Вот сейчас я всем, как раз, населенным пунктам даю название, но прям вот стабильно. Вот здесь, например, названия нет, я не могу сказать. Ну, факт в том, что здесь основная как раз таки отрасль промышленная находится. И вот мое достояние. Моя Голландия. Просто попытался сделать такой островной городок. Ему, кстати, ну, вот ему название я точно дам, потому что, ну, реально, по сути. Так, это где? Папа, вот, метка. Нет, какое-то плохое название. Хочу что-нибудь легкое. Арон. Арон. Давай среднюю надпись. Арон. Вот такой вот Арон у нас. Замечательный такой городок. Больших усилий мне это стоило, потому что все эти здания, я их самостоятельно все ставил, как раз брал в редакторе. Краски зоны. Опа-па-па-па. Тут немножко интерфейс поменялся, и вот отсюда все выбирал. Блин, прикольно, кстати, вот я давно не заходил, поменяли интерфейс, как раз к игрушке. По-моему, выглядит живенько. А здесь не поменяли. Ну, потому что, видимо, не такое большое количество. Промышленность третьего уровня. Промышленность третьего уровня. Так вот. И вот еще одно мое достояние, это как раз космическая программа. Вот такое тоже модовое дополнение. Тут у меня ракетные шахты. Тут два мода, это как раз на эту гигантскую ракету и на военную базу. Военную базу вы уже видели, я вам показал в самом начале. И здесь вот такие вот здания, ракеты, как видите, не летают, просто улучшаются и все. Ракета готова. Нет, наверное, ракета готова. Вот так вот неправильно прочитал. Как это лаборатория, какие вот био какая-то тема. Space Center Bio Lab. Короче, лаборатория био. Вот так вот. Биотуалет, в общем. Так вот вообще, вот тут самый нелакомый кусочек, потому что здесь сплошной океан. Если вот в этом месте я застраиваться точно не буду, то если вы попросите, я здесь такой большой островок за бубенью. И не знаю, я думаю, тоже элит тут понастрою, только он будет тропический. Как раз, например, вот этого пляжа я вам показывал. И, в принципе, будет красиво. Ну, в общем, ребят, все зависит от вас, вашей поддержки. Могу максимально посмотреть по населению. Ну, максимально добить, потому что уже основа есть. Конечно, проблема в том, что тут офигеть, какая дорогая теперь по 12К аж, понимаете? 12К это продвинутая резиденция, плюс 6К обычные резиденты. Так что, ребят, тут придется ждать. Там донать не буду, конечно, но это придется дофига. Ну, все, наверное, народ. Прощаюсь. Такой интересный видос показал своим миром, который я, между прочим, бухал целый день. Ну, не сразу целый день, как бы. Не играл, не спал, такая тема. Ой, играл, не спал. Как-то получилось, само не знаю. Игра прям заинтересовала, можешь так считать. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жду вашей поддержки. Спасибо. Пока-пока.